Представитель службы по тарифам Григорий Троян признал, стоимость услуг ЖКХ в регионе выше, чем у соседей, например, в Казани, Нижнем Новгороде или Перми. Однако люди не платят по экономически обоснованному тарифу, заявил чиновник. Чтобы ресурсникам было выгодно работать в регионе, часть расходов компенсирует городской бюджет. При этом при расчете тарифов доходы населения почему-то не учитывают. Такой методики нет, развел руками Троян. И добавил, цены в Кировской области выше, потому что расстояния у нас слишком большие. Да, у нас тарифы повыше. Это объясняется, опять же, большими километрами сетей низкие. А в городе это какой большие километры сетей-то? У нас тариф единый по области. У нас нет по территориям тарифа по электроэнергии. Вот тут вот связано с спецификой нашей области. Она очень большая, протяженная. У нас предприятий крупных особо в районах нет. Но туда нужно поставлять электроэнергию. Их не будет